Здравствуйте, друзья мои! Приветствую, дорогие мои подписчики! С вами Садрич. Идет ночная съемка. Ночная Астана. В дни работы Экспо 2017. Я сегодня специально решил прогуляться ночью, посмотреть на ночную красоту Астаны. И вот делаю съемку для вас специально. Такая красота. Я стою на подножии пирамиды и делаю съемку. Здесь вот мечеть Астаны, главная мечеть Астаны, где люди приходят молиться Всевышнему, молиться за президента, за благополучие казахского народа, за процветание каждой семьи. Вот такая красивая мечеть. Конечно, я снимаю издалека. Мечеть называется Хазрат Султан. Обратите внимание, как эта мечеть красиво вписывается в архитектурный ансамбль города. Сегодня небо такое ясное-ясное. Луна полная-полная. Вся Астана в разноцветных огнях. Свободы казахского народа. Я продолжаю съемку с подножия пирамиды. Вот с этой стороны идет строительство какого-то высотного здания. И дальше вот такой красивый вид на ночную Астану. Правительственные здания. Там расположены министерства, казначейство, бизнес-центр Алтын Орда и другие государственные комитеты. Вот такая красота ночной Астаны. Вот видите, разными цветами переливается один из мостов над рекой Ишим, который протекает через Астану. На подножии пирамиды. А пирамида такая большая, большая пирамида. Ее мой экран не охватывает. Я вам покажу макушку пирамиды. Опять же, макушка сливается с ночной темнотой. Но рассмотреть можно. Пирамида воздвигнута на высоком рукотворном холме. Вот мы сейчас спустились вниз по холму, и здесь распростерт большой парк. Думаю, вы знаете, что Астана — это бывший город Целиноград, расположенный в степи, в равнинной местности. И вот такой холм воздвигли сами строители. И здесь очень
примечательно, что такая тишина ночью, благодать, а днем очень прохладно под густыми деревьями, березы, сосны, ели. Очень красивый такой пейзаж. В парку проходит канал. Если вы слышите, вот квакают лягушки, это означает, что здесь благоухает спокойствие и тишина. Это я, Садрич. Стою на подножии пирамиды. Стоя здесь, глядя на красоту города, осознаешь, насколько велик человек, насколько золотые руки человека, насколько золотые руки строителей, созидателей, насколько дальновидный президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Дай Бог ему долгих лет жизни, чтобы он воплотил в жизнь все, что он наметил. Пока-пока, с вами был Садриддин.